Друзья мои, всем привет! С вами Катя Никита. И сегодня мы поиграем в такую FNAF-пародию. Что это за FNAF-пародия, спросите вы? Вы знаете, то сейчас только у меня пост-кит-код загрузится. Сегодня, друзья, мы будем играть именно в там. Потому что, друзья... Это сейчас, я новое видео прям снимаю, почему же? Вот, не надо сейчас... Смотрите, друзья, сейчас и вот смотрите, сейчас можно немного потише. Игра называется, можно немного потише, уважаемые. Ладно, друзья, наконец-таки тишина. Да можно тишину, пожар. Ладно, друзья, давайте все-таки. Игра называется, вы уже видите название. Вот такая FNAF-пародия. Я ее нашел в каком-то маркете. Я, друзья, вас предупреждаю, я не являюсь создателем данного проекта. Друзья, я в конце ролика покажу, как этот проект скачать, поэтому досматривайте до конца. Да? Девушки? Что за девушки? Беру-ка вот эту вот. Окей. Ё-моё, что за девушки? Я вижу то, что это девушки, но это недостаточно. Ладно, друзья, давайте. Это как сон в FNAF 2. Окей. Я занят, видите, я новое видео снимаю. Можно ли мне уже... Что за... Можно выбрать? Я вообще-то, кстати, говорю русский. Внимание, в этой игре содержатся гигающие огни и шумные скриверы. Конечно же, друзья. Давайте все-таки играть в наушниках. К сожалению, у меня нет наушников. Но... Давайте все-таки... Ладно. Давайте все-таки играть без наушников. Друзья, у меня есть наушники? Ну ладно. Друзья, вы все знаете о том, что если вы смотрели видео Six Horrors 2, как я проходил пятую ночь, то вы, наверное, наверняка помните, что это видео было тихое. Поэтому... в наушниках играть нет смысла, потому что вы не будете ничего слышать, только я. Реально, что у нас есть? Я вам сейчас отодвину. Заброшенная смена в лайки. Давайте взглянем, какие тут персонажи есть. Ладно, что у нас? Новая игра, продолжите выйти. Конечно же, друзья, давайте новая игра. Я же нажал. Так, что происходит в станции известного существования? Ну, типа, сломалась фишка, сгорелась, и люди умерли. Должны помочь, кто это сделал? Продолжает 200 тысяч рублей, заброшенная смена в лаке. Заброшенная смена в лаке. Давайте, друзья, я уменьшу свое изображение, чтобы вам было все забрать. Давайте так, оставим. Ё-моё, чуть камеру не уронил. Ладно, давайте, начинайте. Вот, а что это за пацан? Вот я его не знаю. А давай все-таки, я не знаю, вот. Что? Это не знаю, окей. Нам звонит наш старый фунгай. У нас есть музыкальная шкатулка. Суки, такие снарки. Ё-моё, что это за девушки? Ещё какой-то мужик. Ладно, друзья, давайте все-таки его будем перебивать, конечно же, друзья. Друзья, вот что я понял. Лампа, если кто-то будет стоять в двери, ладно, друзья. Давайте возьму, я уберу камеру, чтобы она не... Что это было?
Ё-моё, это что такое? А ё-моё, да. Так, быстрее звук. Друзья, я не знаю, что там за музыка, но на всяких пожарных я убрал ее, друзья. Надеюсь, что вот... конечно же, друзья, вы спросите, что это за музыка играет? Вы узнали, когда скачаете игру. Но игру можете скачать... Че только, ладно, не важно. Этот способ. Давайте подойдем. Так, друзья, ладно. Ладно, друзья, давайте все-таки возьмем и перезапустим игру. Ладно, друзья. Окей, камеру уже. Мне что придется ждать эту. Давайте все-таки не будем терпеть. Я вот дам лайфхак. Все, вот как быстро попасть в меню. Ну ладно, давайте все-таки сюда переметнемся. Потому что, давайте, русский. Все, друзья. Я это сделал для того, чтобы мы не не ждали так долго. Но играйте с наушниками. Ну, конечно же, друзья, давайте начинать. Не будем тянуть кота за яйца или за хвост. И начнем играть. Вот у нас первый раз. Друзья, вы знаете, почему он умер? Потому что я не успел нажать на лампу. Лампу нужно как мангустину эту, что ли, нужно. Ну, что я понял? То, что вот... Вот это вот. Лампу можно... Это означает, камера, женщина. Это кто? Его текст немного может устрашать, ну ладно. Что, друзья, мы пройдем песню. Друзья, я вам покажу, как ее взломать, друзья. Если вот эту игру реально можно взломать, но это уже потом. Можно ее взломать, а как именно, я вам покажу и в конце ролика. Я вам покажу. Но вначале, конечно же, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Если вот, если вам нравится эта игра, то берите вам. Вот, ладно, не важно. Но если вам понравится эта игра, то напишите в комментариях, и я буду снимать продолжение этой игры. Смотрите. А, вот видите аниматроник? Он пришел со фразой. Если слышу какую-то громкую фразу, значит там девочка. Клик.
Я не понял, что это за мужчина. Друзья, вы напишите, что это за мужчина. Я знаю, что вы не знаете. Да, она только что сказала. Но я сосредоточен, друзья. Друзья, я очень сильно сосредоточен, поэтому буду нести всякий бред. Вы уже знаете, вот я сосредоточен на игре. Конечно же, друзья, это самый качественный проект. Наверное, так думаю, что тут... Тут-то есть и собственная ночь. Если вы покопаетесь в файлах игры, там не нужно к вам копаться в файлах, там уже склона. Не важно, это но... Нужно слушать внимательно. Если я слышу какую-то фразу, значит робот поблизости. О! Вот, вы слышали? Вот, оказывается в том, что это типа качественная смехопародия. Вот. О! Чуть конец не пришел. Чуть фиаско, ё-моё, говорю. Она случайно сказала, но фиаско чуть не пришел, друзья. Это очень важно, потому что мы чуть не погибли. Ну, окей, мы уже живы. Этот пацан, он секретный. Он видеть меня не может. Я никому не мешаю. Я видео новое снимаю, никому не должен мешать. Конечно же, ё-моё. Не спрашивайте в комментариях, что это за звук на заднем фоне. Не спрашивайте. Конечно же. Все, друзья, последние 5 утра. Конечно же. Поставьте лайк, потому что вот он. Если вы хотите, чтобы мы затащили эту ночь, а то мы не сдвинемся с места. Блин, 5 утра. Друзья, мне не нравится этот устрашающий звук, который на заднем плане. Вы не знали, но тут нужно лампочку и стекло. Не важно, куда ты повернешь голову. Либо влево, либо вправо. Все равно ты можешь вырубить лампу. Это очень удобно. Блин, друзья, я с трудом смог выжить, поэтому, наверное, я знаю, почему мы выжили, потому что ты лайк поставил. Фух, наконец-таки 6 утра. Хорошо то, что наступило 6 утра, там. Это что за? Девушки стали пострашнее, у меня еще и маска потрёпанная. Нет, еще глаз потрёпан. Надеюсь, у меня эта девушка появились зубы. Это типа история. История превращения аниматроника. Не знаю, как можно человек, как он может превратиться в робота. Ладно, друзья, давай все-таки переметимся в меню. Ладно, друзья, давайте все-таки я вам расскажу, как эту игру скачать. Смотрите, вот там. Сейчас у меня так. Для начала заходите в Google. Потом вбиваете FNAF Pocket Code скачать проект. Ну или то, вот любую вот вбиваете FNAF Pocket Code скачать проект. Это очень важно, чтобы попасть вот на этот сайт. Но чтобы туда попасть... Ты должен скачать это приложение Pocket Code. Это уже не все, потому что у меня Pocket Code загружается. Потом вы должны копируете название игры. Сейчас я помню. Abandoned. Сейчас еще раз повторим. Abandoned. Abandoned
называется Shift in Lucky. Вот как скачать. Далее кликайте в лупу и убирайте клавиатуру. И вот она игра. Что делать дальше? Кликайте вот на иру, которую мы видим. Не знаю, что. Что случилось у меня? Но у меня тормозит, друзья, извините. Что случилось? Мне, к сожалению, тормозит, поэтому вам придется немножечко. Спасибо за экран смерти. Вот, смотрите вот. Вот он, данный сайт. Ну, если я смогу. Если я смогу себе дать ссылку, вот этот сайт, где вы можете скачать игру. И далее кликайте «Скачать». Если вы не можете скачать, если вы впервые это видите, то я вам скажу, как скачать. Для начала кликайте «Скачать проект» по нескольку раз. Потом делайте свое название. Типа, давайте кликаем, например, «Ремейк». Просто напишем «Ремейк», это новое название. Ну, потом у вас скачается игра. Конечно же, друзья, я вставлю ссылку на этот сайт, поэтому давайте вернемся по традиции в меню, а там где прощаться. Русский язык. Ладно, друзья, сейчас запустится меню, мы будем прощаться. Ладно, давайте прощаться. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Сейчас я верну. Давайте прощаться. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Еще не забывайте это видео присылать своим друзьям, чтобы они тоже оценивали и ставили лайки. Ну все. Всем удачи, всем пока-пока и до новой встречи.